Всем здорово, братва, на связи, как всегда, я, Малфой. И это 82-я серия по темам жанра Hustle Online. По кейсам идет все очень тяжело. За пару дней в офлайне купили всего лишь 6 штук. Да и вообще, мне вот вернули 200 кейсов, и это все, что есть в инвентаре. Упася, если не ошибаюсь, это Rolls-Royce Cullinan, и как раз его мы можем угнать. После захода на сервер я посмотрел список, и за успешный угон мы получим 550к. Итак, теперь у меня очень сложная миссия. Обегать все киоски и снять кейсы с продажи. Вот нашел, мы снимаем плюс 89 единиц, еще 100, еще 179. Ну короче, вы поняли. Ой-ой-ой, а что это за сборище возле киоска? Там кто-то сливает вещи по дешевке? Оп-оп-оп, аккуратно обновляем и пытаемся что-то словить. А, подожди, это возможно еще и слет. Я всегда мечтал о киоске, ого. Правда, вот команда слэш байбис не работает. И вообще, как его купить? Быстренько спрашиваем у админов, что это за движуха. Мне отвечают, что слет, и в принципе, как я и думал. И вот словить его можно с помощью клавиши Alt. Все теперь понятно. Слетит он ровно в Payday, то есть через 4 минуты. И нужно первым нажать на кнопку купить. Людей стало еще больше. И вот момент истины. Пожалуйста, ну дайте мне купить бизнес. Опа, Payday. И подожди, а нет кнопки купить? Это что за кидалово? Все начали разбегаться, и кажись, слет просто не произошел. Вижу еще один Rolls-Royce, это не тот, что нам нужен. И да, забыл показать кейсы. У меня осталось 901 единица, что по бабкам примерно на 70 миллионов. Ой-ой-ой, возле казика как раз Rolls-Royce, и базарю вам, что это модель Курина. Оп-оп-оп, аккуратно вскрываем дверь, и получилось. Стоп, а чего машина заспавнилась? Это походу владелец ее выгрузил или что? Пополняем свою сытость. Пытаемся снять деньги с банкомата, в нем, как всегда, нет бабла, и вам словами не передать, как же мне сильно хочется поиграть в кости. Но обещание я свое пока что держу, и давайте побыстрее отсюда уходить. Снимаем в банке свои законные 700 косарей, оплачиваем квартиру, чтобы не слетело, и вот как раз можно попытаться выбить кейс на новой фуре. Заказов, правда, совсем нет, но можно и подождать. Так, стоп, это не Кулин случайно пролетел? Отматываем время назад, и да, это 100% наш вариант, и поехали на его поиски. Кстати, откуда на сервере так много мажоров на Rolls-Royce'ах развелось? Еще вот Рома, владелец элитного автомобиля, сколько они вообще стоят? Проверяем авторынок, к сожалению, все пусто, и вот самое время выбивать уже кейсы, а то заказов транспортной компании все нет и нет. И оп-оп-оп, аккуратно уже ищем металл в лесу. Как бы я ни старался, сколько бы ни работал, ну вообще у меня ноль везения. Но где кейсы? Я хоть на один-то точно заслужил. Тусуемся с подписчиками возле контов. В час ночи рандомный конт спавна не произошел. И вот со спокойной душой идем спать. Ой-ой-ой, всем добрый день. Красиво, я проснулся и вот уже готов становиться миллионером. Правда, не знаю, получится ли у меня это сделать на свалке, но аккуратно ждем, когда заспавнятся тачки. Так, вижу Мерседес, и вот тут вообще без понятия, какая справедливая за него цена. Вот ставлю 450 тысяч и все. Но это прям потолок. И кстати, забрал. Торгуемся за ящик с патронами. Пригодится для дигла, отлично. Еще одно лобовое стекло. И можно идти проверять, сколько стоит этот Мерседес. А, тё, Толянчик, здорово. Ты, получается, в видосе? Смотрим утилизацию. И блин, ну вот на 2000 ушел в минус. Залетаем в казино. Пытаемся снять деньги. В этот раз получилось. Пополняем свою сытость. Итальянчик, мне кажется, ты меня преследуешь. Итак, что по поводу кейсов? Тут вообще ситуация страшная. Беременным детям и маленьким женщинам лучше отойти от экрана. И вот Малфойчик опять скупает все, что ниже рынка. По 55 тысяч улетели 3 штуки. И выставляем все свои предметы. Тут вижу, продают по 65 тысяч. Это дешево. Берем 24 штучки. И сразу выставляем по 96к. Еще по 66 тысяч, 59 кейсов выставляем на 15 тысяч дороже. И блин, ну почему вы так сильно цену задержаете? Еще кейсы по 55к тоже забираем. Сказать честно, я расстроен. Уже не знаю, поднимутся ли они в цене. Пытаемся взломать приору. Еще один подписчик, Толик тут как тут. Извиняюсь, я не знал, что это твоя тачка. Приношу еще раз свои извинения. Все, я теряюсь. Итак, братва, прошло часов 7, я отходил по делам. И, пожалуйста, на
Надеюсь, у меня хоть что-то купили. Ой-ой-ой, так слушай, неплохо. То, что здесь очень много строк на покупку, мне нравится. Залетаем в казино, в банкомате денег нет и так уж и быть. Давайте ну пару ставочек по приколу сделаем. Начинаем играть по 1 миллиону. Пока что каждая игра слив. И походу моя удача покинула чат. Ну что за везение, 3 раза уже подряд я просто сливаю и сливаю. Короче, на балансе 12 миллионов. Хотя когда я приходил, было почти 19. Попробуем сейчас отбиться на рулетке. Хотя я не уверен, что это сработает. 1 кака на 11-12, к сожалению, проиграли. Еще раз на 11-12 уже плюс. А вот дальше это просто без комментариев. Ну просто ставка за ставкой я сливаю. Все, на балансе 8 кака. И просто за 10 минут я проиграл 10 миллионов. Вот это, конечно, попадос. Я прям как чувствовал, что когда-нибудь проиграюсь. Залетаем на свалку в надежде что-то отбить. И вот лансер уходит за 105 тысяч. Возможно, даже окуплюсь. Ноутбук Apple за 55к. И вот продаем его за 71 тысячу. Что там по лансеру, даже смотреть не хочу. Настроение у меня пропало.